Заходи, заходи, заходи. Я такой не возьму, там цензура, все такое. Прикольно. Когда? Только что портал в ад был, а тут рай. Потому что они, чтобы вам, видишь, ремонт сделать. До после. Коля, а где мотоцикл, чтобы здесь посередине комнаты? Смотри, оп. Вот. Понял. Нет, она даже живой. Ну, только что, да, попали как в аду. А тут зашел, да, так? Ну, так надо дальше продолжать. Сейчас, отметим. Ты заснял, можешь помножать. Расписывали же не вы? Нет. Так слегка порисовали. Коль, честно тебе скажу, я не вижу только одной надписи из трех букв. Сделаем. Ну что скажете по поводу интерьера? Мне кажется, у вас тут техническое задание Киркоров составлял, нет? Ну явно помогал. Ну да. Помогал? Ну а как вам? Приятненько? В целом прикольно. Да, я по бочку. Ага, не-не-не, бочка наша. Знаешь, по какому я принципу прибирала себе плитку домой? Чтобы вообще, вот я пришла домой, у меня вообще ничего в глаз не цепляло, вот просто вот. А здесь наоборот. Все цепляет. Здесь все цепляет. Да здесь уже зацепляет. То есть вы на полном серьезе с удовольствием бы реально расписали так же? Я бы расписал. Знаешь, это когда ремонт начинается, совсем все по-другому у всех. Ну, то есть, вот у Сергея прям мотоцикл на всю кухню, на стену или на спальню? На гостиную. На гостиную? Но потом обратно не может быть. Не могу, не хочу. А у меня баллончики есть. Хороший интерьер для того, чтобы тусить, для того, чтобы отдыхать. Ну да, это прям такой лаунж, релакс, вот такая. Да, и... Тут редкий кадр, когда я пиццу ем, тесто. Много теста, много мяса. Ничего страшного. Сегодня можно. Надо праздновать. Сегодня еще можно. Вот такой вот классический интерьер, классическая музыка. Почти классический интерьер. Почти классическая музыка. Мне кажется, ты стал блогером. А мне ведь пойдет? Цирк приехал. Спасибо, Алена Горская. Храни Господь тебя, женщина, еще раз спасибо. И всю команду. И всю команду. Переделку за замечательнейшие, потрясающие эмоции. Спасибо вам огромное.